Мы сегодня идем в театр Геликон Оперу. Вот это вот здание Геликон Оперы. И перед вами макет здания. Московский музыкальный театр Геликон Опера под руководством Дмитрия Бергмана разился в самом центре Москвы, на Большой Никитской улице, 19, в старинном, красивом особняке, запутанной полной приключений истории. Слева от желтого строения хорошо видно красное. Это здание театра Маяковского. И в входе в здание театра первое, на что вы обращаете внимание, стеклянный пол. Под стеклом артефакты, обнаруженные при реставрации театра. Вот какие замечательные полы. Вход в гардероб решен в современном стиле. Зеркала, вода, люстры. Смотрите, какое это красивое сочетание. Обратите внимание, как интересно решен холл между дамской и мужской комнатами. Это холл. Корсаков, когда писал оперу на текст Пушкина, решил отречься от оперной традиции, в которой невинно убиенный тенор всегда прав, бас всегда злодей, а в финале нужно плакать. Композитор использовал лишь маленький фрагмент из «Реквия Моцарта» в своем произведении. Музыкальный театр оставил эту оперную версию. Но все же со сцены звучит реквием полностью, чтобы каждый для себя
завершил этот вечный спор о гении и злодействе и сам решил, где же истина. Достиг вершины славы. Он всеми уважаемый придворный капельмейстер. Его музыка пользуется успехом в Вене и за ее пределами. Но оставаясь наедине, Сальери подавлен. В его жизни появился Моцарт, младший его на 6 лет, уступающий ему во всем, кроме одного. Он гениален. За внешнедружескими отношениями коллег скрывается глубокая трагедия. Сальери тайно завидует, а Моцарт подозревает, что итальянец мешает его карьере при дворе. Последняя их встреча в трактире. За столом Моцарт рассказывает о работе над реквием и о странных зловещих обстоятельствах, при которых он был заказан. Сальери незаметно подвешивает яд в бокал. Моцарт произносит тост за искренний союз двух сыновей гармонии. Выпив вино, Моцарт показывает Сальери рукопись реквиема. Пораженный Сальери внимает музыке, ни на мгновение не в силах оторваться, проживая каждый такт великого творения. Реквием окончен. Моцарт уходит. Yeah.
знаешь, как раньше, в стародавние времена, садились люди, на стульях рассаживались и играли музыканты. О, снова есть, я согласна. Да. Современный взгляд на легенду таков. Сальери не надо было убивать Моцарта, потому что он сам был очень талантлив. И все же я почему-то верю легенде. А как считаете вы, дорогие зрители? Я прощаюсь с вами. До следующей встречи на канале. До свидания.